Так. У нас Бельгия. Всем привет. Бельгия. У нас уже. Это 13-я гонка, 18 гонок в сезоне. Ну, уже мы так приближаемся. Ну, и по результатам мы чуть продвинулись. Ладно. Так, давайте посмотрим. Так, звук убираем сразу. Орёт он. Так, настройки. Вот такие у нас настройки. Что-то последний раз мы... Так, ну, слабоватенько прокатились. И 14-й по практике. И что там Максончик, Мэтью. А, 7-тысячных он нам проиграл. Блин. Круто. Так, по стратегии. Смотрим сразу. Ой, начинается. Так, 3-9. Ну, что вы, ну зачем, блин. Ладно, перельем. Я не буду рисковать. Нет. А что? Блин. У меня все было вровень, и опять вы начинаете, да? Ну хорошо, да ладно, пусть будет перелив. Да пофигу вообще. За сезоном ничего особого не решает. Чисто делаем контент и изучаем моменты. Короче. Так, по болидам. Так, вот такая ситуация. Я вложился в экономию топлива. Ну, психанул, короче. Думаю, на маленьком весе. Так, мы поставили исследование торможения, ну, потому что мы больше всех очков здесь получим. Дальше. Так, по штабу. Мы изучили Керс ДРС. Ускоренное обучение пилотов. И сейчас изучаем производство очков улучшения болида. Ну, чтобы нам немножечко больше очков шло. Так, дальше. Еще раз момент по болидам. По двигателям. Мой двигатель. У нас сегодня Бельгия. Я вложился очки. Улучшил свой двигатель на трассе Бельгия до максимума моего 22-уровневого. Дальше. Тренировка. Пилот полностью восстановлен. Пит-команда полностью восстановлена. Ну, в принципе, так-то. Так, по обновлениям вы слышали, да? Новое обновление по техническим директорам. Ну, ладно, время гонки я вам еще расскажу. На трансфере появились такие? Ага. Что тут может появиться? Тут шлак один. Ладно. Ну что, ладно. Ждем квалификацию и ждем гонку. Все, пауза. Так, ну что, давайте посмотрим у нас квалификейшн. Так, здесь мы что, 14-й, да? А, 15-й. А, 15-й. И Максончиком и Мэтью мы обогнали, да? Так, результат, да, вы видели? Смотрим. Интересно. Вы что гоните? Ладно. А что мы с тактикой придумали что-то? Все на мидли идут. Все идут на мидли. На харде. Это что за дурдом? Ну ладно. Но, что интересно, смотрите. У нас на суперсофте, на практике мы шли 1.55-581. Ну, 1.55 и почти 6, да? 1.55 и почти 6. А здесь 1.55 и 442. То есть мы почти полторы десятых сняли, да? Ну, он восстановился здоровье, там мы практиковались на маленьком... А по обновлению, слышали вы? По техническому директору, опять же, повторяю. Вовчик мне сегодня писал. Интересно. Ну, у меня не было времени, я не посмотрел, но то, что информацию мне донес, ну, интересно. Блин, вот опять начинается выкачивание бабок. Короче, все, ждем гонку, все. Итак, что нам говорят? Угу. На 19 месте или выше. Это учитывая, что мы последние гонки приходим 11, 14, ну, ближе к 10, и все равно нам говорят, финишируйте на 19 месте. Ну, что-то мне подсказывает, что сегодняшняя гоночка будет... тяжеловатая, хотя Бельгия мне нравится. Ладно, заходим. Так,
Так, быстренько смотрим. Ой-ой-ой, а что ж тут столько народу? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блять, извиняюсь за выражение. Раз, два, три, четыре. Да что такое? Раз, два, три, четыре, пять. Короче, ладно, потом посмотрим. Ну, человек 15, думаю, будет. Быстренько пишем. Ага, уже гаснут огни. Уже гаснут огни. И сразу. Ой, блин, вот я тормоз. Ну ладно, хорошо. Все, погнали. Погнали. Угу. Все. Все, хватит играться. Погнали. Ну так-то на береге не очень прям уже греется резина. Но будем стараться контролировать температурку. Что по тактике интересно от меня? Ну здесь немножечко, вот я заметил, да, в основном присутствует классика. Стратегии, в тактике, короче. Ну, есть моменты, когда, ну, ребята немножечко отходят. Ой-ой-ой, кто такой? Викарь, да мы тебя знать не знаем. Это какой-то тип, который по уровню, конечно, гораздо выше нас. Так, по вставаниям быстро. 1.75. Да, вот зоне дрея сзади нас. Нас сейчас потрахнут. Опять же, извиняюсь за выражение. На дрессечке нас сейчас. Нам сейчас жопу рвать даже смысла нет. Что мы сделаем? Мы ничего не сделаем. Ну, будем пока пытаться. Пытаться как-то по своей тактике, которую мы выбрали, какой-то максимум выжать. Так, ладно. Маленькая пауза. Ну вот, мы дождались зону ДРС. Мы сейчас будем охлаждаться. Нас, конечно же, обошли. Конечно же, обошли. Хотел сказать другое слово, ну понятно. Это все фигня. Это было баловство все. Теперь нам главное, по максимуму. У нас на 3 круга, да? Подожди, насколько мы ставили там? Что по расходу? 3.1. Ага, на 4 круга, я так понимаю. Ладно, хорошо, посмотрим. Тогда делаем так. Здесь полная оборона. Пусть нас обойдут сейчас. Обходите. Угу, молодцы, какие вы. Давайте, ребята, давайте. Теперь мы включим атаку. Ой-ой-ой, сейчас главное не прозевать. Сейчас нам главное зацепиться. Ага, пойдет. Ну все, и мы идем на пидстоп. Максимум атаку, все, погнали. Все, идем на пидстоп, все. Пауза. Итак, мы зашли на первый пидстоп на суперсофте. У нас 3 пидстопа. У нас немножечко такая своеобразная сегодня тактика. Немножко своя. Фу, молодец, вовремя. Вовремя. Ладно, хорошо. У нас немножечко сегодня своеобразная тактика. Ну, посмотрим, кто кого. Немножко. У нас такая духота сейчас на улицу вышла. Такая духотища у нас. Вообще дышать нечем. Так, время уже. Хм. Так, нет. Не пока обгонять. Хотя, еще много. Да, блин, еще кирцевать нам потом. Ой, блин. Ну, давайте, пошли. Будем обходить. Так, здесь оборонять. Блин, пока прямая надо перцевать. Нам сейчас нужно за пелетон зацепиться. Ой-ой-ой. Сейчас весь керс мы потратим. Нет, все. Так. Пойдет. Все, отлично. Отлично. Угу. Хорошо, ну все, пока. Атака. Не-не-не, атака.
Здесь вот так. Здесь вот так. Мы намедлим. Кто перед нас? Ага, уже на софтике, да? Ну, хорошо, мод. Мод золотой. 30% уже керца мы потратили, блядь. Вот это не очень хорошо. И что, нам придется перцевать? Да нет, я думаю нет. У нас уже болидик. Угу. Пошли пидстопики у ребят. Пошли, ребята, на пидстопики. Интересно, вот наша тактика. Ну, в принципе, я помню, что... Так, все. Даже охладимся. Мы сейчас зацепимся и все, погнали. А вот там сейчас нужна будет холодная резинка. Хотя надо доресить тоже. Резинка прогревается, ребята. Так, давайте. Нам сейчас нужно вот эту шайку-лейку догнать. Что перегреваться? Ну, тоже перегреваться. Ну, блин, а что нам делать? Керцевать. Времени думать нету. Надо решать. Нет. Покатаемся с ребятами. Очки, мы хотим очки, но не получим мы. Интересно. Так, здесь протакуемся. Здесь охладимся и попробуем скинуть, да? А, Макс, Мэтью, это ты? Из-за тебя? Конечно. Of course, Мэтью. Hi, Мэтью. Мы перегрелись. Но будем пока будем идти. Ладно, Мэтью понятно. У нас сейчас задача другая. Мы сейчас охлаждаемся. Хотя бы попробовать взять хотя бы одно очко. Очко одно в этом сезоне. Это была программа максимум. Даже я об этом не мечтал. Ну, будет интересно, у нас получится в этом сезоне взять очко. Максон, машина. Спасибо. Мэтью, thank you. TNX, бро. Ну, поехали. Мы пока в очках, охлаждаемся. Опа. Интересно, по какой тактике идет Максон? На софтике, да? Ну, пока держимся, мы охлаждаемся пока. Ага, пошли, керцу. Мы потратили много керца, ребята. Много. Если мы хотим побороться за очки. Угу. Блин, и паузу нажать тоже жалко. Ну, интересная борьба идет. Ну, здесь нам придется проатаковаться, потому что что-то Максончик Мэтью уходит от нас. Уходит. Ну, подкерцуем. Нам по-любому придется. И надо быть готовым. Он может керцануть перед зоной ДРС. Извините. Вот сейчас момент будет интересен. Потом нажмем паузу, чтобы не растягивать тоже видео нам. А у него по керцу что? О, Максончик тоже потратился по керцу. Блин, уходит. Но у нас софтик идет. Давайте перегреемся сейчас, ладно, черт с ним. Попробуем на дрессе. Блин, это собака. О, мы еще на пидстоп идем. Ну и отлично, хорошо. Тогда атака полная. Все, давайте паузу, чтобы не растягивать. Ну, мы сейчас выйдем с пидстопа где-то в жопе мира, да? Извиняюсь за выражение. Ну, где-то в районе 15-16 места, да? Ну, хорошо, ждем. Смотрите, и Макс зашел на пидстоп. Очень интересно. Вот смотри, как сработают сейчас команды. Макс шел сзади нас. Как сработали команды наши. Ну, блин, хотелось бы, чтобы он нас обошел. Так, тихо, сейчас внимательно. Пойдет. Все, отлично. Впереди нас идет на мидле типок Джонс, на сдохшем мидле.
Наш душа медлит. Нам сейчас надо максимум, сейчас даже, может быть, перегреемся, но нам нужно зацепиться за него. 1.47, многоватенько. Смотрим, смотрим по отсечкам. Ну, такая гонка прям, ну, будет видео длинное, извините, ребята, но и мы отстаем, да? И мы отстаем. А что ж такое? 1.06. Все, пойдет. Перегреваемся чуть-чуть. Так, охлаждаемся. Мы зацепились, да? Пойдет, все. Итак, ребята, мы перегреваемся. Но, чуть-чуть кирцанем, на всякий случай. И пойдет. Все, зацепились. Все, охлаждаемся. Пойдет. Даже если не обгон... Даже, ну, хорошо, обогнали, да, хорошо. Все, охлаждаемся. Все, пауза. У нас еще один пит-стоп. Пит-стоп, ребята, там что-то с темпчиком у них. Мы на полной обороне, мы не прем. Вот с этими ребятами, блин, давайте посмотрим, что по кирцам у нас тут. Не, ну Максон понятно, Максон сегодня в очках не будет. И мы, походу, в очках не будем. Хотя по тактике, ну, блин, ну посмотрим. Посмотрим, а что нам, выкачать последний керс Максона? Давайте. Зацепился Максон. Обойди. Я все. Хорошо, Максик, хорошо. Хорошо. Максончик, хорошо. Ну, давай, поперли. Сейчас мы за тобой вцепимся. У тебя керца вообще нет, да? Ну, микродецл там, да, остался. Ну, сегодня мы Максончика, наверное... Сегодня мы Мэтью. Sorry, bro, but... No business. Only fans. Нет. Что? Какие переключения? Нет. Сейчас он уже перегреваться, но за Максона зацепиться. Угу. Попробую скинуть, ребят. Так, все, охлаждаемся. Мы обходим Макса по керсу. Мы идем с Максом получше. И через полтора круга мы идем на пит-стопик. Да? На последний пит-стопик. Блин, очки, ну, не знаю. Что-то мне кажется... Ладно, посмотрим. Так, охладились. Все, давайте последний керс попробуем с Макса выкачать. Последний керс с Макса попробуем выкачать. Ну ладно, хорошо. Буду на пит-стоп еще, блин. Фиговенько, очень фиговенько. Немножко наши расчеты не оправдались. Ну давайте, атака, все. Тут уже мы идем на пит-стоп, все. Резина нам уже неинтересна. Давайте, пауза. Интересно, где мы выйдем? Вот это интересно. Погнали. Итак, у нас был последний пит-стоп. Мы с Максоном его сделали. Но он все время на софте прет. Смотрите, какой. Ну, ты цепляешься, да? Ах ты собака. И он на софте идет. Ах ты.
Вот так вот, ребята, да? Ну, хорошо, хорошо. Единственное преимущество какое, что у нас чуть больше керца. Ну, этот парень, у него очень много керца. Максон, понятно. Вот этого парня много керца. Побольше, чем у нас. Ну, не прям конкретно, но есть. Так, хорошо. А нет, ты нам не нужен. Ты нам не нужен, Хэмилтон, нет, пароход. И он сделал пит-стоп, у него два пит-стопика, да? Интересненько. Тихо. Пойдет, все, тихо, вы чё? Как я это прочухал, фигню? Угу. Давайте. Ага. Сейчас попробуем. Так, растягивается видео, ну такая борьба идет, что, ну, ребята, ну тут как сейчас это вот не показать? Мы даже виды менять не будем. У нас идет 19%, блин, 19%. Было процентов бы 30, было бы поприкольнее. Ой-ой-ой-ой, а что нам делать? Перегреваться? Там не перегреваться, не вариант. Перегреваться не вариант, ребята. Если мы сейчас зацепимся, все, 7%, все. Чуть-чуть перекерцевал, но ничего, но зато мы зацепились. Маленький микро-шанс у нас есть какой-то. Да, блин. Так, у Макса вообще жопа. По керцу, ну и у нас ничего хорошего по керцу нет. Угу. А у 13-го еще керца. Он сейчас будет подкерцовывать. Надо быть готовым. А что у нас? У нас 6%. Нам сейчас обгонять его вообще не вариант. Угу. Блин, сейчас как тоже не затупить. Так, здесь десятка. Нету керца. Ага. Ой-о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 й. Да нет, очков сегодня не будет. Я, конечно, сори. Да. Да. Ну что? Что? Я в чем виноват? Я сейчас в чем виноват? Все, полная атака, полтора круга. Ехехех называется, да? Ну погнали. У Макса керца нет. И здесь керца нет. Ну максимум что? Что максимум? Максимум 12 место мы можем поиметь. Потому что здесь... Здесь миллион. Блять. Опять же, извиняюсь за выражение. Посмотрите на... Просто уровень ДРС посмотрели вы, да? Вы это видели? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так все, будем перегреваться вообще. Похеру сейчас уже. Уже финиш. Блин, ну, пока не тянем. Ну, уже, ага, моргает нам красным. Ой-ой-ой, перегрев у нас. Ну, уже пофигу, да? Единственное удовольствие, то, что мы Мэтью, сори, бро, но бат... Ну-ка.
как-то так, как-то так. В конце, конечно, нарушился правило, переглел по максимуму. Ну тогда что там уже, блин, что там уже нам было делать? Переглел резину, ну что, какие там уже. 13. Ну, гонка была адреналиновая. Адреналиновая гоночка у нас была, да. Ну, интересно, интересно. Мы уже приближаемся к зоне очков. Да, пока еще не тянем, это видно. Там 10-11 место, вот мы боролись там 12-15-14 место на равных, да, там и с Мэтью, там с другими, но 10-11 место, у них была куча керца еще у ребят, и они были в сети, и по всей видимости, там не было шансов. Ну, интересно было, мне понравилось. Уже мы чуть-чуть уже приближаемся. Ну, будем двигаться, ребятки. Будем двигаться. Так, ладно. Это все, конечно, прикольно. Так, итак. 21 очко. Ну, спасибо за торможение. Фух, вообще по кайфу. Абу-Даби. У меня, кстати, Абу-Даби там наполовину прокачано. Ну-ка, посмотрим еще раз. Я вкладывался там по очкам, по токенам. Задонатил. Болиды, движки, Абу-Даби. Ну, 12 очков мне придется вложить. У меня там есть очки, ничего страшного. Мы вложимся. Так, итак. Ну, по лиге понятно. У нас очков нет. Мы так на 18 месте и остались. У Максона одно очко. Нам нужно хотя бы одно очко в гонке набрать, чтобы его обойти. Так, Абу-Даби. Ну что? Прогноз погоды понятно. Ну что там? Там будет солнце. Ну что нам смотреть его? Ну понятно, тучки, херючки. Там будет солнце. Там. Итак. Бьемся, боремся. Так, вы же видели, да? Я взял удвоение очков опыта. Через 20 гонок мы поднимем еще, не будем ждать там полтора-два месяца, когда у нас еще уровень поднимется. Я вложился немножечко, и мы взяли удвоение очков опыта, и мы в два раза быстрее возьмем 23 уровень. Будем двигаться. Столько времени потеряно, немножечко надо ускоряться. Итак, ребятки, по поводу обновления, там сегодня Вовчик писал мне, там технический директор, кучу накрутили на него всяких параметров. У меня не было времени, я не посмотрел, замотался сегодня. Так Вовчик вкратце рассказал, он сам еще пока не понимает, он сейчас узнает еще информацию. Я еще посмотрю и я с вами поделюсь. Всем спасибо за внимание, ребята. Пока-пока, удачи на трассе.